Мама малыша Оксана со слезами вспоминает вчерашний день. Они с Романом выходили из дома, где были в гостях у бабушки, на улицу. Ребенок, как обычно, бежал впереди, буквально в двух шагах от нее. Выходили из подъезда. Первым выбежал мой сын, и мой голову за сумку. Здесь оказались потом. Вот стоял, он лежит на аппарате. Бедра. Все равно. Коля-то без памяти еще что-то. Снять. Оксана и ее семья думают пока только о здоровье ребенка, но в будущем намерены обратиться в суд с иском к управляющей компании. Заполученный дом по адресу Кутузова, 12, обслуживает УК «Комплекс». В самой управляющей компании уверены, трагедия с Романом произошла из-за совокупности неблагоприятных факторов. Природная, значит, уже в течение 2 лет вот такая идет зима, значит, вот теперь заморозки, Нестабильность, она, конечно, отходит. Но больше всего я отношу это к отсутствию механизмов, чтобы мы были обеспечены, значит, а уж мы эту работу по очистке кровли бы выполняли бы стабильно. Управляющие компании чистят крыши по возможности. Для полного контроля над ситуацией, говорят, им не хватает техники. Однако в ближайшие дни погода ожидается неустойчивая. А домов с такой кровлей только на территории данной УК десятки.